Федеральная налоговая служба напоминает ямальским предпринимателям о необходимости перехода на онлайн-кассы. Отсрочка до 1 июля действует только для бизнесменов, у которых нет наемных рабочих. Всем остальным нужно установить новую технику уже сейчас, иначе им грозят штрафы. В данном случае предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 14.5 Кодекса об административных правонарушениях для должностных лиц в сумме от 25 до 50% от суммы чека, для организации от 75 до 100% от суммы чека, но не менее 30 000 рублей.